Сирии усилились бои между правительственными войсками и вооруженной оппозицией. Эти видеокадры взяты из социальных сетей. Утверждается, что сирийская авиация наносила удары в районах Хомс, Алеппо, Дамаска и Идлиба. Подтверждения этому из других источников нет. Боевики, как сообщается, оказывают ожесточенное сопротивление сирийским войскам, в частности в Алеппо. Правительственным войскам в Сирии противостоят различные вооруженные формирования. Наиболее активными являются боевики группировки «Исламское государство». Бои приводят к гибели мирных жителей. По данным СМИ, по меньшей мере 10 детей погибли во вторник в Сирии в результате авиаударов после того, как в две школы в районах Дамаска и Идлиба попали ракеты. С марта 2011 года, времени начала конфликта в Сирии, по данным ООН, погибли около 200 тысяч человек.